Дорогие друзья, меня зовут Лариса Есенина, я директор центра Релот. Заканчивается лето, и надо, конечно, подумать об образовании своих детей и о своих планах на обучение. В центре Релот подготовлены для вас замечательные новые курсы. Но, тем не менее, мы очень будем рады вас видеть на всех привычных традиционных курсах, которые у нас более 25 лет имеются в нашем центре. Но прежде всего, это иностранные языки. Иностранные языки по международным стандартам для детей и взрослых, для детей с 3 лет. Есть специальные учебные пособия для каждого возраста, оксфордские пособия. И я думаю, что эти пособия могут помочь вместе с нашими замечательными преподавателями овладеть языком весело и интересно. Кроме русскоязычных ведущих преподавателей, у нас в этом году будет целая плеяда иностранных преподавателей из Англии, из Америки, из Италии и, конечно же, из Китая. Ведь сегодня Китай – это тренд. Все бросились обучаться китайскому языку от мала до велика. То есть у нас в прошлом году было очень много групп, не только взрослых, но и групп со второго класса. И я думаю, что в этом году мы продолжим вот это обучение с раннего возраста. Что же еще интересного у нас будет? 10 иностранных языков, это, конечно же, интересно. Корейский язык. Есть преподаватель корейского языка, который и дистанционно обучает из Кореи, и здесь. Есть у нас из Аргентины Патрисио с нами, снова работает. Есть очень интересные русскоязычные преподаватели, которые действительно помогут и для детей, и для взрослых. Думаю, что каждый найдет свой курс языковой. Но не только язык. В центре Релот очень любят обучаться, любят и в школе голоса и речи, и в IT-школе, и медиа-скул. Это все то, что мы даем дополнительно к нашему основному лингвистическому образованию. Курс чистописания очень востребован, как показала практика, хотя это, кажется, такой легенький курсик. Скорочтение – это все то, что нужно людям, все то, что нужно детям. И, конечно же, я думаю, что в новом учебном году мы с вами встретимся и снова продолжим обучение тем курсам, которые вы уже начинали в прошлом году. Вы для себя откроете что-то новое, и что очень интересное для родителей, есть возможность обучения по сертификатам ПФТО. Вы обо всем можете этому узнать у нас на дне открытых дверей 26 августа с 10 часов. Двери открываются для вас, и я думаю, что мы уже готовы к встрече вас хоть сегодня. Приходите, будем очень рады. Пятницкая, 56, телефон 46 56 10.